Сегодня вся Якутия отмечает 140-летний юбилей великого писателя, поэта, ученого и философа Алексея Кулаковского. В день его рождения руководство и общественность республики почтили память и возложили цветы к его памятнику. В мероприятии приняли участие внуки Алексея Кулаковского, представители родного для поэта Татинского района, писатели. А торжественное собрание, посвященное юбилейной дате, пройдет сегодня в Доме дружбы народов имени Кулаковского. Ответственность была большая, задачи были большие, то, что попытались, мы сделали, издавали книги, проводили конференции, и общественные движения организовали. Вот вчера была презентация общественного движения «Духовное наследие окружения Кулаковского». Надеюсь, что многие примкнут к этому движению, чтобы идею Кулаковского дошли до каждого ребенка, чтобы люди жили, как Кулаковский, любили также свою родину, любили также своих близких, как Алексей Алексеевич Кулаковский.